Доброго здоровья всем от всей лохматой души. Мои хорошие, опять метет, опять пурга, опять метель. Мои хорошие, лохматая душа обычно обращается к вам за помощью. И это звучит в каждом нашем ролике. Но как можно просить тех, кто и так с нами делится чуть ли не последним? Мое обращение к тем, кто приходит к нам новый. Друзья, вы можете посмотреть наши ролики, вы можете убедиться в том, что перед вами вся наша жизнь. Пожалуйста, заходите, знакомьтесь, листайте, и вы посмотрите. У нас 2000 животных. Выживаем мы, ребята, ну, я не знаю, чудом, по-другому не скажу. А строимся только с помощью молотка и такой-то матери. Постоянно не хватает ни досок, ни железа, ничего. Это приют. У нас 3 гектара земли, и мы разбросаны. Но, мои хорошие, 2000 животных. Планировалось, что мы сделаем что-то очень доброе и хорошее. Надеялись на то, что отзовутся власти, придут спонсоры. Мы хотели своей работой, своим тем, что вот мы сделали, показать и доказать, что мы есть. Мы стараемся. У нас хороший, нормальный приют. И все, что нам надо, это поддержка более обеспеченных людей. Ребята, ну нельзя же в гроб с собой забрать все. Поделитесь своей добротой. Это все зачтется. Ведь уходя за черту, ребята, мы берем с собой только душу. Я прошу вас, отзовитесь. Пожалуйста, отзовитесь. Никто ведь не ждет миллионных вложений. Никто. Но поделитесь немного, чтобы нам хватало хотя бы на корм. Друзья, если каждый из вас, а нас почти 40 подписчиков, ну, подпишитесь автоплатеж на 100 рублей, прошу вас, и мы будем без проблем, без криков собирать на корм. Мои хорошие люди, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, услышьте меня. 2000 животных, 2000 бездомных, которых мы забрали с улиц города. Мы ведь тоже стараемся защитить вас. Ну а в отместку от вас, взамен, просим поддержать и помочь нам содержать тех, кто не бегает, не кусает, не разносит инфекцию. Ребята, эти собаки, кошки, они тоже жители нашего мира. Тоже жители, они имеют право жить. Нельзя просто убивать. Нельзя относиться к ним как к вещам. Самое страшное, ребята, что у нас предлагают бог знает что. Стерилизовать и уже предлагают не выпускать. Предлагают усыплять. 10 усыпить, 2 оставить. И выпускать их в город как санитаров. Ребята, природная ниша заполнится сама. И я вам даже скажу как. У нас непрерывный поток наших разведенцев. Посмотрите Авито. Оно забито породистыми, дешевыми до невозможности щенками. Метисами, кем угодно. Почему на это никто не обращает внимания? Ведь вот так, купили щенка на Авито, купили как породного, поиграли ему до 3-4 месяцев, увидели, что он начинает мутировать и вырастает уже не породным, пинком под задницу на улицу. Почему наше правительство никак не хочет обратить внимание на вот этих разведенцев? Ребята, запретить торговлю животными на Авито и на всех рекламных досках. Право купить щенка должно быть только через клубы, если вы хотите себе породистую собаку. Все остальные должны взяться на контроль, чипироваться и стерилизоваться бесплатно государством. Ребята, другие страны это уже пережили. У них нет бездомных. Я не говорю обо всех. Но многие страны объявили мониторинг на рождение животных. И они их не плодят. На 10 лет запретите рождаемость, запретите продажу. И вы увидите, как очистится наша страна от боли, от проблем, от живодеров. Я прошу вас, мои хорошие, разбросайте мой ролик и мое обращение дальше. Нельзя допустить, чтобы животных просто убивали, потому что они кому-то мешают. Но обратите внимание, что они предлагают. Поймать, типа стерилизовать. То есть поймали 10 собак, деньги за 10 собак получили. Но потом 8 они предлагают убить, а 2 выпустить.
а деньги уже отмыли, деньги уже на руки ушли. Вы что делаете? У вас что, настолько глупы? Скажите, создавая Думу, о чем мы думали? Что туда придут взрослые, серьезные, думающие люди. А в результате, посмотрите ролики, половина из них спит в креслах, завалившись. А зарплаты бешеные. Бог с ним, я согласна, пусть им платят бешеные зарплаты. Возможно, они это заработали своим очень тяжелым трудом. Мы с вами все видим скандалы, крики, вопли и никакого согласия. Для чего нам тогда они нужны? Для того, чтобы старших налогов платили бешеные зарплаты? Ребята, проблему с приютами можно и нужно решать, но не экстремально, не путем убийства и не путем отмывания на это денег. Тут недавно один человек посчитал аж в миллиардах. Ребят, я предлагаю всего лишь поддержать закон об обязательной стерилизации животных и дать на это 10 лет. И увидите, не будет у нас бездомных, не будет, и приюты будут не нужны. Всего лишь запретить торговать собаками на дешевых рекламных страничках. Мое обращение к вам, ребята, от имени лохматой души. Я объяснила вам проблему, как я ее понимаю. И я прошу вас, пока эти законы будут рассматриваться, гулять еще лет 20, мы с вами будем захлебываться в малышах и бездомных подброшенных кошках и собаках. Ребята, а они хотят есть. Просто хотят есть. И я прошу вас, в ком есть доброта, в ком есть разум, в ком есть понимание, пожалуйста, подпишитесь на автоплатеж на 100 рублей на канал «Лохматая душа». Прошу вас, друзья, поддержите нас сейчас, пока наверху будут решать, как еще можно отмыть деньги и на какой крови можно сэкономить. Простите, друзья, и доброго вам всем здоровья. That's